Владельцы бизнеса, топ-менеджеры, общественники, журналисты. Перед вами участники юбилейного сезона «Большой сцены». Все они хотят испытать себя в актерском амплуа. Работать с ними будут профессиональные режиссеры, среди которых заслуженный работник культуры РФ Леонид Черкашининов. Студенты, ты их отбираешь на экзамене, кого-то отсеиваешь, кто-то прошел. А здесь же не отбираешь, тут ты выбрал. И вот то, что ты взял, ты должен попробовать разбудить в человеке того зверя, который в нем спит. Юбилейный сезон пройдет при поддержке Комитета по культуре города. Уже известна дата премьеры – 18 апреля. Участники выйдут на сцену Дворца культуры Барнаула, обновленный зал которого рассчитан почти на 800 мест. И движение сцены, и огонь, дым, пыль, вода – все, что пожелаете, пожалуйста, на этой сцене может быть. Самим участникам интересно проследить, какими они пришли и какими уйдут с большой сцены. Ведь это не просто проект, а колоссальный опыт. За 4 сезона в этом убедилось более 80 человек, которые приняли участие в проекте. Кто-то из них возвращается на большую сцену спустя несколько лет. Я, наверное, соскучилась по большой сцене. Надоело мне смотреть со зрительного зала. Я решила снова пойти на преодоление себя, потому что однозначно это преодоление себя. Мне уже даже сейчас очень гордо участвовать в этом проекте, потому что ну, такие все очень крутые люди собираются, и поэтому, конечно, я думаю, что 18 апреля мы взорвем. Еще одна задача проекта – благотворительная. Часть средств, вырученных с продажи билетов, организаторы пожертвуют на благие дела. А пока режиссеры работают над сценарием. Каким будет спектакль, держится в секрете. В ближайших выпусках мы раскроем все тайны 5-го сезона «Большой сцены».